Сова, как тебе сегодняшний день? У-у-у. Да. Теплый и с ливнями, скажи, да? Усталому ухи мочить, сушить. У-у-у. Недоброва. А я тебя раскачаю. Сова такая недоброва. И подушки разложил. Ты их сушишь, что ли? Опять с гусем что-то. Разногласия какие-то. Ага. Пойду крошу проверю. Ночь она нормально переночевала. Вот, но не хочет есть мышь. У нее голодовка-запастовка. Да? Все качельки уже. Кора облупилась с качелек, скажи, Юля. Теперь они гладенькие. Тыц, тыц, тыц. Ой, надо шотс такой записать, да? Ёль. Сейчас сделаем. Эй, зачем мне скример? Мне надо, чтобы ты головой шевелила. Ну, Ёль. Во. Вот это вот. И какую-то музычку веселую, да? Надо повторить, а то, чтобы без скримера, пожалуйста, ладно, Юля? Кроша, ты наконец-то поела. Ты ж такая молодец. И даже погадку уже скинула. Быстро ты переварила. А жопоньку мышек мне сказали, ты не ешь жопоньки мышек, да? При этом она не ест половинки мышек, то есть если голову, ну, на половинку мышку разрезать, давать ей переднюю часть с головой, она не ест. Ей надо класть целую мышку. Она отгрызет от нее переднюю половинку, а жопоньку она ест не будет, есть не будет. Горькая, да, жопка мышки? Хитрая какая сова. Вот. При этом жопоньку эту нельзя никому скормить, потому что у птички болезнь, то есть она болеет. И лечится. Вот. Она на карантине, и чтобы никто не заразился птиченькиновой болезнью. Вот. Ну, в общем, вот так. Сидит такая. Хитрая сова. Ну, хорошо, есть начала, молодец. Сова начала. У-у-у-у-гу. Вот. А ты зачем сломала свою пальму? Ёль, как это ты ее так? Чем она тебе помешала, а? Ты ее, скажи, грызла и все загрызла, да? Ну да, она ее грызла. Видимо, она ей сидеть помешала. Убрать ее, сова? Угу. Прям терзала изо всех сил. Ну да, скажи, ну да. И здесь она как-то. Ты приземлилась в нее, что ли, сегодня? Как это произошло? Расскажи. И камера отключена. Эх, не посмотреть. Такая сова все разрушила. Да? В пыльце, ой, то есть не в лепесточках от этой штуки по всей пере. Ой,
Потом доломаешь, да? Ух, какая ты грознова. Ничего, пойду проверю, как там кроша. Да, а то уже ночь ночная. Очень красивые цветочки елка тут вырастила себе. Ну, зверобой, зверей бить. И вот я не знаю, как это называется, но оно прям такое. Звездочки маленькие, беленькие. Такие вот красивые. Не стала елки косить, это ее садик. И колокольчик, да, Ёль? Твой колокольчик. Ночью-то самое время разглядывать цветочки у совы. Такой колокольчик. Вот такая красота у совы. Ну и кочку ее тоже не кошу. Это елкина кочка. Ну, конечно же, вот. Это не борщевики. Это дудник. Да, сова? Сидит, глазами светит. Так, кубика нет. С кубиком Артём гуляет. Ну, пойдем к Кроше. Сейчас зайдем. Кроша, сыч. Жопоньку мышки так и не съела. Ой, а ты чё это тут висишь? Ай, как тебя показать-то? Не видно. Ну вот, сова, она висит. Сова. Ты чего там висела? Ты выйти хочешь, да? Ты уже готов гулять? Потому что привыкла? А это ты будешь есть? Ой, надо съесть, Крош. Я, конечно, тебе поменяю на свежую мышку. Но ты эту попробуй пока, ладно? Не очень голодная сова. Ты линяешь, да? Перья лежат. Такая сова напуговала. Я ее руками-то еще ни разу не трогала. Я ее из садка пересадила в этот садок просто. Она сама вышла. Она не хочет, чтобы ее трогали. Столько ей, наверное, всего интересного тут видно. Да? Пока из своего бункера смотрит. Не видно, так отражается все. Ладно, пойду кормить их.